Сейчас Данил с семьей живет в небольшой квартире в поселке Блиново. Как рассказывает мама юноши, дом уже старый, а одна из стен во время дождя протекает. Плужниковы уже пообщались с застройщиком, и тот, по их словам, уже перешел от слов к делу. Оставил мне документы, которые я должна сделать. Сфотографировал мой паспорт для того, чтобы что-то уже начать делать. Для того, чтобы впоследствии мне предоставили квартиру. Квартира, студия, однокомнатная, 32 квадратных метра. В родном городе Данилу всегда оказывали помощь. Мальчик был одним из любимцев городской общественной организации «Лига женщин Муздобра». Ему выделяли деньги на лечебные процедуры и операцию. Благодаря общественной организации мальчик выступал на одной сцене с группой «Иванушки Интернешнл» и финалистом взрослого шоу «Голос» Арменом Авджаном. Помощь «Лига женщин» оказала мальчику и в поездке в Москву на отборочный тур шоу «Голос дети». Напомню, Данил вернулся со столицы победителем. Что же касается квартиры, то ее певцу застройщик обещал подарить до конца года.